Славянский район – это территория спорта, и каждый год материально-техническая база спортивных объектов пополняется новыми. В этом году готовятся к открытию центр единоборств на городском стадионе. Также планируется ввести в эксплуатацию площадку для сдачи нормативов ГТО и физкультурно-спортивный комплекс в станице Петровской. Новый современный многофункциональный спортивный комплекс в станице Петровской начали строить в начале этого года. Значительная часть работ по возведению объекта уже выполнена. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом и подключением систем тепло- и водоснабжения. Параллельно выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. В рамках выездной строительной планерки глава района Роман Синеговский побывал на объекте, пообщался с подрядчиком, обсудил возникающие проблемы, а также оценил качество выполняемых работ. По объективным причинам в строительстве спорткомплекса была вынужденная пауза, но сейчас работы возобновлены и идут полным ходом. После завершения строительства жители станицы Петровской получат отличный спортивный зал, где можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься в секциях, укреплять здоровье, используя проводить свой досуг как взрослым, так и детям. Еще один новый объект станицы Петровской, построенный в этом году, спортивная площадка с тренажерами и всем необходимым для сдачи нормативов ГТО. Площадка практически готова, и уже скоро все желающие смогут на ней заниматься. Оба объекта, и спортивный комплекс, и площадка, строятся благодаря участию района в краевой программе на условиях софинансирования регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость работ превышает 100 миллионов рублей.